Ну и продолжая тему возрождения СССР и так называемого «красного проекта», конечно, будет усиливаться контроль. Сейчас, естественно, все можно. Я считаю, это выявление. Потом будет зачистка глобальная, я считаю. Вот, потому что лагеря строятся, и в Норильске строятся, это мне очевидцы говорили. Вот, потом грядет национализация, и все, кто сейчас поддерживает официальную политику, я думаю, потом они вспомнят о том, когда у них все будут забирать. Вот. А контроль будет только усиливаться, ужесточаться, но я думаю, и в людях будет зреть противодействие, особенно среди молодежи, я на нее очень надеюсь.